Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Тренд Кино. Сегодня вам предстоит увидеть сериал под названием «Красная зона». О сериале. Красная зона – это не зона коронавируса, куда разрешен вход только врачам. Это зона, куда врач заходить не должен, зона равнодушия и апатии, зона коррупции и рвачества, трусости, жадности и подлости. На пути к этой зоне стоит главный герой, в прошлом подполковник медицинской службы ВСРФ, вернувшийся после службы в Сирии, а ныне талантливый хирург Иван Андреевич Хлебников, занимающий должности. О! Главврача 1-й ГКБ в городе, где он рос, учился в медицинском институте и проходил практику молодым интернам. Он чувствует ответственность за то, что здесь происходит. Дело в том, что при его предшественнике в больнице сложилась совсем нездоровая обстановка, процветала коррупция, честные врачи увольнялись. А их места занимали равнодушные и не всегда компетентные медики, но корыстные и преданные бывшему руководству. В итоге в учреждении появились медицинские менеджеры, а с ними платные услуги. Хлебников, привыкший к строгой дисциплине, намеревается наладить работу больницы по тем принципам, в которые верит. Пытаясь объединить врачей, чтобы отстоять единственную в городе бесплатную больницу, он сталкивается с более страшной проблемой – пандемией. В экстремальных условиях ему предстоит спасать не только пациентов, но и врачей, причем от такой болезни, от которой нет вакцины и аппараты ALV бессильны. 51 серия. Бородина, Заславский и мэр города обсуждают обращение пациента Бузыкина к президенту. Хлебников знакомится с новым реаниматологом Сафоновым. Сергеев навещает Ларису в реанимации. Бузыкин приходит жаловаться к Сергееву. В больницу привозит женщину с отравлением. Она приходит в себя и говорит, что дома ее избивает муж. А муж пострадавший утверждает, что у его жены развился психоз после потери ребенка. Дорогие подписчики, не забываем поставить лайк, оставить комментарий и подписаться к каналу.